Наставил я как-то крышку от предохранителей на капоте. В итоге у меня блок предохранителей остался без защиты. Цена забывчивости будет указана в ссылке под видео. Видно, что сюда западает влага. В таком виде оставлять предохранители нельзя, поэтому пришлось заказать крышку отдельно. Ну, собственно, артикул крышки. Крышка абсолютно новая, с новой наклейкой. У меня на старой крышке эта наклейка уже отлетела. Для начала крышку заводим на задние усы. На задние зафиксировали и защелкиваем на передний. И все. Новая крышка установлена. Проверяйте всегда, когда лезете в предохранители, закрыта она крышка или нет.